Собака – это оружие, это выстрел. Она должна всегда сделать конечную точку. Осечек она не должна давать. В службе ни в коем случае осечки не должно быть, потому что это может зависеть и жизнь людей, личная безопасность, жизнь собаки. Заступил на службу. Первая задача – проверить состояние собаки. В первую очередь сюда идет кинолог своих собак. Смотрит, как она себя чувствует, проверяет ее, играет с ней. Первый мой легендарный пес здесь на питомнике – это служебно-розыскная собака Мирта, немецкая овчарка. Я как только поступил на службу сюда, это первая собака, которая мне досталась здесь. Потом появился у меня еще один маленький друг – лабрадор Николь, по поиску взрывчатых веществ, боеприпасов, патронов. Ну а на смену служебно-розыскной собаки Мирте пришла бельгийская овчарка Малинуа Бес. Ну а Мирта – это пенсионер заслуженный, с которым огонь и воды, стальные трубы уже прошли. Первое знакомство с этим ветераном, она меня покусала. Мы знакомились, она недоверчивая, злобная собака. Ну, нашли с ней контакт, особый контакт. Собаке уже возраст 11 лет, поэтому она заслуженный пенсионер нашего кинологического центра. Она находится всегда рядом со мной. К службе она не привлекается, в сцене своих физических возможностей. За ней ухаживаем, убираем, играемся, чухаем, обеспечиваем хороший уход этой собаки, потому что она помогла все-таки ему, наверное, раскрыть ни одно преступление и помочь ни одному только человеку. Бельгийская овчарка – это как бы нововведение одной из пастушей породы. Собака очень чувствует настроение человека, хозяина. Ну, это был маленький красивый щенок, рыжие черные ушки, черные лапки на зале бесом. Щенок растится в любви и в ласке, потому что это твой напарник, который дальше будет сопутствовать с тобой по жизни, именно по твоей службе. Пас! Убери собаку! Дай! Самое главное, для, наверное, когда мы выезжаем на службу, это чтобы была начальная точка, от чего можно было применить служебную собаку, чтобы оставался запах преступника, человека. Были случаи нахождения пропавших детей. Лабрадор по кличке Николь с пошуков буховых речевых сброит о боеприпасе. Принимала участие в АТО. Не одна ротация была. Находили боеприпасы в машинах, в транспортах, в ручной кладе. Несли службу на блокпостах. Упала она щенком. С ней отправились в Житомирское училище, профессиональное училище по кинологии, по подготовке служебных собак, в специальном направлении по поиску взрывчатых веществ. Это собака, которая должна работать еще лучше, чем быстро. Это ответственная, опасная работа, которую в наше тяжелое время, да, надо правильных действий, решительных действий от этой собаки, чтобы она четко указала, нигде ничего не зацепила. Собака добрая, нежная. Все построено на игре. Есть любимый мячик, есть любимые игрушки. Есть цель, не вижу преград. Мы работаем ночные занятия, дневные занятия, рано-утренние занятия. То есть мы работаем круглые сутки с этими собаками, чтобы добиться вот этого вот навыка, который будет работать, как часы. Собака никогда не предаст, не подведет. Это опора, третье крыло, третье плечо, которое в нужный момент может всегда оказаться рядом.